Зачем люди отправляются в путешествия? Что тянет их в дорогу? Почему они готовы на поездах, самолетах и кораблях уезжать за сотни и тысячи километров от дома? Их зовет мечта, страстное желание узнать, увидеть что-то новое, по-новому взглянуть на забытые традиции. И как в детстве, радоваться празднику. Площадка для детских образовательно-досуговых событий «Конструктор путешествий» – место, где в играх, состязаниях, танцах и конкурсах вместе с первым опытом участия в традиционных календарных праздниках рождаются мечты о путешествиях. В праздниках участвуют до 100 детей ежедневно. Пазлы детских впечатлений сложатся для ребенка в единую картину мира – дружелюбную, позитивную, в которую органично вписываются различные субкультуры. Ведь он знаком с ними лично.